Впервые в истории существования чирлидинга в Омской области в рамках региональных чемпионата и первенства прошел зональный чемпионат Сибирского и Уральского округов. Вот так звонко и бойко эти малышки намерены поддерживать любой вид спорта. Кто-то мечтает войти в группу поддержки хоккейного авангарда, есть среди спортсменок и любительницы футбола и волейбола. Встречаются и совсем неожиданные желания. Я хотела бы художественную гимнастику поддерживать, потому что они такие же, как и мы, просто мы с ними не соперничаем. Даже если бы вызвали нас с ними на поединок танцевать, то бы, конечно, мы победили, потому что в гимнастике нет вот таких вот пирамид, как у нас. И в художественной гимнастике есть только ленточка, а у нас этого нет. У нас есть разные способности. В соревнованиях приняли участие 56 команд из Омской области, Кургана, Челябинска, Нижнего Тагила, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула, Читы и Тюмени. Всего 675 спортсменов. Омскую область представляли порядка 20 команд. Среди лидеров – команды «Черри», «Виктория», «Олимпия» и «Черника». Конечно, это впервые. И для нас это, старт, новый толчок для того, чтобы все города, все команды близлежащие, они не просто даже соревновались, они обменивались, они дружили и шли в единое целое общее. В силу возраста юные чирлидеры, конечно, допускают погрешности на площадке, но детская непосредственность добавляет к общему баллу как минимум несколько десятых. Ошибки, конечно, у всех есть, но это не главное. Главное, чтобы развивался чирлидинг. И главное, что у нас в этом году даже была маленькая команда по чиру, то есть не танцевальная, а именно акробатическая. И здесь она собралась. Я очень рада, что даже маленькие детки, родители не боятся отдавать. И все-таки это спорт, и спорт серьезный. Даже они уже молодцы, сегодня мы просто порадовались. 5 бронзовых, 7 серебряных и 9 золотых медалей в разных категориях завоевали омские чирлидеры. Поддерживать команды – тоже спорт. И это в очередной раз доказали профессиональные группы поддержки из Сибири и Урала.